Больше 20 лет подряд всероссийский турнир собирает юных гимнасток из различных регионов страны. 250 участниц на этот раз соревнуются в технике исполнения непростых гимнастических элементов, грациозности, артистизме, умении владеть обручем, мечом, булавами и другими предметами для выступлений. Жюри, в свою очередь, оценивает мастерство движений, владение предметом. Что касается групповых упражнений, здесь важна синхронность исполнения. В Сочи славятся гимнастки своими красивыми упражнениями. Они подготовлены очень хореографичные дети. Технически грамотно составлены упражнения. Тренера уровень подготовки хороший у нас. В течение 3 дней в различных возрастных группах будут выступать гимнастки. Жемчужину Черного моря определят как в личном первенстве, так и в групповом виде по каждой возрастной группе. В рамках турнира юным спортсменкам присвоят и квалификационные разряды. Рената Шипулина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.